Вы меня сюда привезли философствовать? Эд, не привез, я вас пригласил. Вы же сами согласились, вы хотели этого. Допустим. Я? Я просто хотел устранить ту трагическую нелепость с вашим братом. Если бы ее не было, то, наверное, мы бы давно встретились и решили бы все наши споры. У вас есть проблемы? Мы их решим. Ваша замечательная жена может поехать лечиться за границу, если потребуется. Если потребуется. От вас нам потребуется. Хорошо, я бы даже сказал, очень хорошо. Профессионально обучить группу молодых людей. Я понимаю, что для этого искусства вам понадобится время, а со временем сейчас вообще очень сложно. Но мы пойдем даже и на этом. Вы понимаете, что таких предложений не отказывается. Тем более вашим положением. Значит, вы считаете, что все можно купить? Ну, разумеется, вопрос только в цене. Но вы не согласитесь. Будет дорого даже для вас. Мы за ценой не постоим. Вы же философ. Как вы думаете, сколько у человека жизней? Отдайте одну сегодняшнюю. Я отдаю тебе одну твою сегодняшнюю. Пока. Пока. Знаешь этого человека? А вот он же через час после вашей встречи. Так что тебе есть о чем подумать. Прощай.